27 и 28 января телеканал «Тюменское время» будет вести трансляцию с Кубка губернатора области по танцам. Возможность смотреть соревнования оценят зрители всего мира. Онлайн-вещание начнется в 19:30 во всех официальных пабликах ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Спорткомплексы «Центральный» все 4 часа будут работать 10 видеооператоров, плюс журналисты, продюсеры, режиссеры, всего 30 человек. А для самых любопытных на Ютубе откроют мультимедийный канал. С разных камер можно будет заглянуть на площадку судей и даже в комментаторскую. Вести трансляцию уже по традиции будут Ольга Солоницына и Игорь Жариков. Оле будет тяжело в любом случае, тяжелее, чем мне, потому что я-то буду на площадке и буду общаться с людьми, а для нее миссия транслировать для телезрителей все, что происходит на танцполе, это ужасно сложно. Мероприятие такого уровня, в котором важно все, и от того, что ты говоришь, и как ты выглядишь, потому что это настоящий праздник.